Время почти 8 часов вечера, а мы не перестаем еще трудиться. Со старого дома нашли нычку, где есть кирпичи. О, тут еще всякое добра навалом. Чермет. Хорош. О. Шлем поднял. А? Этим металлом выкинь. О! Такое? Ага. Ты что, уже разрез там? Да. Такой вот рейс получается. Я не знаю, конечно, здесь сколько килограмм, но 200-300, наверное, есть этого хлама. И вот, вот это мы грузим в тачанку. Вон она, другой транспорт. И вожу в сарайку.